Привет, ребят. Ой, а где мой микрофон? Здорово, здорово, привет, Ку, как дела? Привет, ребят, сегодня у нас гайд на шторма, или как побеждать на шторме. Вроде как его еще не было на моем канале, на стримах неоднократно показывал, как на нем побеждать. И в чем заключаются основные аспекты? Пойдем отожмем. Как же громко. Я рассказывал очень часто на стримах про аспекты шторма, когда его брать, когда не брать. Давайте сейчас заранее расскажу вам о том, что вам нужно и что не нужно делать нам героя. Первое, что нужно. Нужно брать этого героя только на 4-5 пик, если вы играете на своем соло мэр, а не на бусте. Если вы играете на бусте, вам все равно берете на первый пик и вы побеждаете. Если берете на ласт пик, как правило, против вас не залетает так много сайленсов и станов, как залетело в этой игре. То есть в этой там стан и, ну, микростан, то есть больше ничего нет. У меня будут развязаны руки, когда я куплю бладстоун, им будет конец. На первом левеле всегда качаю статик ремнант, да, потому что Вортекс нам, скорее всего, не понадобится, он нас замедляет, особо ничего не дает. Пассивка не заряжается, так как нет ремнанта. Пошли. На первые деньги приведем себе танго. Сколько против нас Зевс, что нужно привести будет стики против него. После этого приобретем себе ботл, приобретем стики, купим злоу ринг, потому что сапог нам не особо нужен будет. О чем я говорил? О том, что... Как действовать на шторме файтов? Очень важно залетать в спину и убивать саппортов или ватных героев с арчидом. То есть, ну, вы прыгаете с арчидом, убиваете. Молодцы, моя команда, убивают противников. Да, что они такие красавчики. Да, похвалите, красавчики. Только они время теряют. И на топе никого нет из-за этого. Ну, ничего страшного. Надеюсь, сейчас не через мид чел пойдет, потому что если пойдет через мид, он крадет мне чуть-чуть экспы. Мне будет сложнее стоять из-за этого. Ну, опять же, ничего страшного, ничего страшного. У меня все хорошо. У меня в этой игре все круто. Нет, контрпиков, у меня все хорошо. Они там бегают за кем-то. Ёпта, блядь. Ну, на миду там кто, блядь, шторм нахуй. Да, друг, сейчас пропущу пачку крипов, чтобы бить поджаз, спасибо. Бегайте за них вчетвером, вы точно заработаете больше денег, чем за пачку крипов. Надеюсь, не поймут, что это сарказм. Не поймут. Я хотел похарасить его ремнантом, но он, видите, он начал развернуться. То есть, ну, вообще, изначально он ушел, как будто идет под ремнант прям. Нормально. Просто на пидоштоп левел максимально кейсимся хорошо. То есть как можно больше дула схитим, как можно больше динаем. Делаем аспект именно на фарм. Там, очень часто можно стоять так вот и раздержать пассивку в героя. Это будет такой харас своеобразный. Тут можно крипа разрядить. Ну его тоже прохарасили немножко. Тикси вести не будем, потому что верка против нас. Прохарасили немножко, продали не толкнул, это не очень хорошо. Башня меня, да, хочет быть бесконечно. Ну ладно, ничего страшного. Так, второй левел, у него же есть. Да, у него же виндраны есть, все. Больше нельзя с ним закусываться вот так вот. Пытаемся дофармить до батла аккуратненько, потому что очень много маны потратил никуда. Отлично. Добили крипа. У нас все хорошо, очень хорошо у нас пока что стар. Да, штучка. Спасибо. Ой, вместо того, чтобы добить крипа, решил заденайт. Но это на самом деле чисто дэнди на миде. Сам ничего не имеет, но хочет подосрать другому. Хорош. Пауэршот, дружище. Ну, ничего страшного. В следующий раз ты обязательно пойдешь. Так, залоскители крипа. И, то есть у нас более-менее неплохой фарм в начале. Наша задача просто до что фармить. Мы не будем убивать мидера. У нас, ну, нет такого, как на визаже, что получили там что левел, убивать. Тут верку не убить будет. Ну, то есть, ну, очевидно, что у него слишком много эскейпов. Возьмем ремнанта двойку, чтобы было проще залоскитить под башню. И вернемся, не вернемся. Пауэршот, ну, не важно, сейчас надо ботов повезем. Добивается на крипа под башней. Да, это сложно добивать под башней. Но именно мне, как игроку. Так, везет себя огр. Сапог на линию. Ну, это все правильно. Боковой же лавки его запретили покупать в недавнем патче. В скобочках нет. Если запретили, я бы очень сильно переживал. Интересно, он играет. Не буду нажимать ремнант, но шанса убить его нет. Возьми, пожалуйста, куру, мне она нужна. На медиа. То есть, видите, я не могу присесть себе сапог из-за того, что у меня саппорт, профессиональный игрок. Так бы я бы уже был бы фуловый на линии, возможно, пошел бы руну контролить. Знаю ренджа. Тяжело будет стоять сейчас. Ну, ладно, шторм тот герой, который, как правило, проигрывает линию. Я таких героев, на самом деле, не очень люблю. Но очень много просили, в личку писали, типа, Дэн, сыграй, очень сильный герой, тебе понравится. То есть, ну, нам интересно будет посмотреть, как ты будешь сосать хуй на миде. Ну, прямо говоря, сосать хуй, потому что, ну, я не знаю, как по-другому назвать. Ну, когда ты идешь на мид и не можешь заунить противника, это называется сосать хуй. Я один не могу стоять. Бедный. Ну, хотя бы я один. Давай, стоял. Я к тебе сейчас приду. Вот, то есть, видите, он донает крипами, чтобы добить. Он не успел того крипа добить.
Интересный игрок, то есть он хочет подосрать мне, но мне зачем? Дашь поршот, нет? Все, теперь уже полегче добивает. Сейчас запушим линию, пойдем за руной. Отлично. Не добил, неважно, все на боте активная, хорошо. Купим весь стик или суринг? Нет, давайте сначала сапог вообще. В жопу. Все, сначала сапог, потом стик грейдим. Потом покупаем суринг только. Ой, все. То есть он пропускает пачку крипов, чтобы забрать у меня руну. Это реально Дэнди. Дэндимон. Попался против Дэнди на бусте. Все правильно. Ну, стиль у него реально как у Дэнди. Или суринг сначала купить. Да не, сапог профит не всегда. Ну ладно, шрайн выпью, нормально. Швепсик. Может даже манго съесть. Наверное, даже профит не будет. Хотя зачем? Не, зачем? Чтобы будет пауэршоты кидать под руны, наверное. Да? Интересно. А что это? Это ганги какие-то на меня или что? Что делаешь? Что он делает? Да, зло меня просто ждет, да? Ну это типичная моя линия, я не могу стать один на один. Да, это типичная линия. Ну, нет, я пойду шанку, извини. Не хочешь ко мне подойти? Ну, видимо, не хочешь, ладно. Не могу тебя ждать. Я бы с радостью его подождал, если бы он хотя бы чуть-чуть в мою сторону пошел. Но он даже не двигался в мою сторону. Это у меня даже нет шанса... Ты меня не мог позвать? Слышишь, Шторм? Ну я посмотрел, ты не идешь в мою сторону, значит тебе не надо. Это логично, наверное. Охуенно мыслишь, чувак. Отлично. Я тебе залью катку дауну потом. Давай. Я ненавижу просто долбоеба, которому нужно выигрывать что-то. Пиздец. Снайпер, пошли на... Выигрывать на лесном фроне, я правильно понял. Угу. Савчик, выигрывай. Не, я чисто фуриана просто пикнул, все, хотел поиграть просто. Ну, побеждать. Я знаю, что вы, блядь, ни мид, ни керри не дадите, я просто захотел на хуре. Не, ну смотри, ты знаешь, что мы тебе ни мид, керри не дадим, а я знал, что ты ко мне не идешь на шрайн. Чем мы с тобой отличаемся друг от друга? В смысле, блядь, при чем тут шрайн просто? Я знаю, на этих ранкетах просто постоянно керри пикает, все дела. Я знаю, что на этом рейтинге люди постоянно не дают, не идут на шрайн, когда я хочу его выбить. Я не хочу их ждать. Я не хочу ждать. Ну ты мог бы просто классно, чтобы я понял, так, а ты и мог все. Просто попросить, чтобы ты даже не классно, ты просто пошел. Попросить, чтобы мы тебе уступили мид. При чем тут это? Это аналогия. Я тебе просто попросил, чтобы ты классно. Просто, блядь, в следующий раз классно, если будешь идти на шрайн. Может, кто-то захочет на шрайн пойти, блядь. Ну ты самому шрайн пит, это как-то пиздец, нахуй. Ну ты чё там застрял-то, нахуй? Слушай, надоело, Кверк, пошёл там всем. Чё, знаете, не убить, она просто подсирает. Чё ты делаешь? А, пойдем в лес фармить. То есть я пытался вам объяснить на уровне аналогии, то есть, знаете, я вам просто показываю. Он мне показывает правую руку, говорит, смотри, это средний палец правой руки. А я показываю левую, говорю, смотри, это средний палец левой руки. Он говорит, ну типа, в смысле? Как это может быть так? Ну, типа, не может же быть. Снайпер нахуй. Так, ТП-шку купим, ребят. Давайте больше по делу. Купим ТП-шку и суринг. Теперь с такими сотами можем делать ТП-сейв и помогать команде. У нас довольно-таки хороший фарм, 50 крипов, ну, типа, это не так плохо. Могло быть хуже, потому что на шторме обычно линии вообще в нулину проигрываются. Гений. Там ворды в лесу, походу. Да? Я не знаю. Либо он просто хукнул. Так, сделаю, пожалуй. Я боюсь, что у меня варда нету, поэтому... Рендроп, типа... Да, редроп не переносится. Лаги. Успел хотя. Ну, сейчас побыстрее запушим. Как там забрали хосту. Надо ману иметь, чтобы улететь здесь еще. Нельзя, потом, ну, типа, кто забрал хосту? Ты? Ну,
зачем тебе кидать связки? Ну что, зачем? Тебе не париться? Ладно, тут не только противники слабые, но и союзники, и все вокруг. Пойдем на базу. Руну мне не дают, то есть тут баунти мой забрали, тут мою хосту забрали. И, очевидно, пришел чел, запушил линию. Ну, типа, я сам пушил, но в один момент тут еще фрион ультанул. То есть, заметьте, все очень плохо пока что идет, но я знаю как факт. Я эту игру выиграю, то есть, чуть поиграем, мы ее выиграем. Потому что у них нет контрпиков мне. Я покупаю просто перстом Бладстоун. После этого я покупаю себе арчи, ну и ПТшку еще, очевидно, перед этим. И игра уже все, идет совсем иначе. Ну, очевидно, мид запушен. Слышишь, к нам наверх срочно надо, потому что да? Снайпер 4-го, что... а сварк уже 6-го. А, так. Потому что снайпер даун, распикнул харду снайпера. Не знаю. Петя, ну, мана накапала. Ну что, разворачивайте, чтобы с ним подраться? Это вообще, вообще грандиозная ошибка. Просто прочел, что у меня маны нет, поэтому начал так агрессивно играть. Скоро нам крипы подойдут, но нет. Шумрот крипов нахуй, подходите уже. Жадничав подрубаю. Жадничав, наверное, не очень выгодный будет, если я умру сейчас. Если не умру, будет нормально. Он макшен и яд имеет. Ну ладно, я умер, значит, за это. Нет, нельзя покупать здесь на босса первым. Дайте банку, да. Да, вообще, Зевс вытянул, забейте. Ну, типа, тяжело играть одному, вообще, это очень сложная игра будет. Но мы ее выиграем в любом случае, я уверен, на 100%. Давайте просто замутим их, поиграем так, как я играл бы на бусте каком-то. Потому что, ну, общаться с этими людьми тяжело. Я бы пытался общаться, меня отхуесосил чел без причины. То есть, ну как можно сказать причиной то, что я выпил шрайн? Это не причина абсолютно. А то, что я стою миди против трех героев, это такое. Это не помощь, это не помощь. Это просто чел пикет, что он не кидает. Есть шанс убить Сларка? Не-а. Просто пойду побешаю его немножко. Порофлю над ним, чтобы понимал, что не по фарме тут. Чё он прыгает мне? Попрыгунчик. Тут я очень часто по-разному беру, то есть мана помогает нам фармить, урон помогает нам драться. То есть, ну, урон тоже, скорее, фарм, но мы используем ремнанты благодаря тому, что у нас есть время мана. Но поскольку я знаю, что в этой игре у меня будет много бладстоунов, и я точно буду летать бесконечно, я возьму урон, чтобы быстрее бладстоун засноуболить. Такая логика у меня. Если вы не думаете, что у вас так будет, берите лучше мана. Мана на верочку, урон рискованный вариант. Но мне он нравится очень. Купим себе арканы. Иногда играть лишь через ПТшку, но я люблю покупать арканы на нем. Да, друг, я без тебя точно не убивал бы, спасибо. Отличный саппорт на низком рейтинге. О, ты точно видишь, сейчас это вообще повезло очень. Жесть, они просто все команды пришли убивать чела, то есть дефать чела на кэре, который уже умер. Ладно, пойду на шайн тогда. Они красавчики, они все команды играют против, ну, не против меня, они играют командой, пока у меня нет игроков. Мне это нравится, это интереснее вам будет смотреть, но опять же, это тяжело играть, именно исполнять мне. Заряжена пассивка, давайте ударим крипов. Постоянно я расходую максимально продуктивную ману, то есть выкладываем арканы перед тем, как нравится уринг. Ну, все там подобное, вы сами прекрасно это понимаете, скорее всего. Чел пушит линию у меня постоянно пеньками, то есть говорю, мне вообще очень сложно в этой игре будет, они просто, вся команда мешает мне. Если бы их не было, было проще играть. Они уже на боте, когда я иду, хочу туда. Они все команды играют, они молодцы. Это реально респект. За руку я не убью. Да и не надо особо, я просто буду фармить. Знаю, у него всех хлепов, чтобы он обидку чувствовал. Некоторую. Самобитки. Дальше у меня ТПшки, но я не вижу смысла помогать команде. Мне же не помогают. Если я буду помогать, я просто буду тратить время. Ну, вот, отлично. Вот видите, то есть смысл мне помогать челу, который просто пока ультует, чтобы фармить. Так, вот сделаем. Есть там еще будет какая-то ДДшка. Спасибо. Я буду тратить ресурсы, чтобы фармить. Мне кажется, это профитно.
Выкладываем, выкладываем, нажимаем. У нас есть мана. Выкладываем, выкладываем, нажимаем, нажимаем. У нас есть мана. Отлично. Я нажал на Alt, чтобы посмотреть, есть ли у союзников мана. У всех все есть, поэтому просто спокойно берем шрайн. Опять же, не будьте такими эгоистами, как я, ребят. Это очень редко помогает вам в игре. Я просто уверен, что я смогу выиграть в одиночку эту игру. Вам, я не обещаю, что вы сможете на шторме выиграть в одиночку. Только против контрпиков вы можете выиграть в соло. Но сейчас контрпиков нет, и... Точнее, без контрпиков вы можете выиграть в соло. Сейчас контрпиков нет, поэтому я уверен в себе. Вам не советую быть такими же, как я, самоуверенными. Ну, то есть, смотри, да, сейчас пишет 5-10, но на самом деле у меня все лучше. Это, я говорю, я буду использовать ресурсы, чтобы фармить. Потому что мне, если я покупаю Bloodstone Archit, на этом их игра заканчивается. Я буду умирать только в том случае, если я буду играть как отсталый игрок. Ой. Хотя, на самом деле, по законам жанра, они же должны в пятером оказаться. Я в это, конечно же, верю. Но не играю от этого. Опять Фурион ультует просто по КД. То есть, видите, сколько я уже грибов потерял за Фуриона. Пролетим чуть-чуть. Надеюсь, там будет сейчас реген для меня. Реген ускоряет фарм шторму. Ну, иллюзия тоже, на самом деле, неплохо. Не так плохо, как могло бы быть. Самая худшая руна, ну, как это могло быть? Инвиз, наверное. Ну, типа, зачем мне инвиз? Типа, кого я убью с инвизом тут? Зевса какого-то, ну, на боте. Верху не убью. И люди танчат урон для нас, нормально. Сейчас не выкладываю, потому что мне нужно бы зафармить быстрее и отойти чуть-чуть. То есть отойти за топ руной. Если я буду выкладывать, у меня времени будет. Мне пикают что-то, мне все равно, я буду играть на себя. Мне неинтересно общаться с этими людьми. Я уже пообщался, меня не пошло, и я не горю желания продолжать особо. Стакну иллюзиями Энчанта, потом, возможно, зафармлю. Он просто когда ультует, он калибрует, может быть, вообще? Вроде как калибровка просто по-другому работает. Отлично, хорошая руна для меня, забираем. Давайте пойдем сначала рецепт, чтобы дофармить Bloodstone и уже конкретно вот тут купить полный Bloodstone. Кстати, я сейчас ТП-шку, нет, ТП-шку куплю в боковой лавке, все в порядке. Продать. Идем сюда лучше на руну. С Бластоном, говорю, игра будет совсем иной, ребят. Вы не представляете, насколько этот герой меняется с Бластоном. Совсем другой герой. Это самый важный факт для него. Какой он топе убьем? Могу ли я прям так летать? Пробуем. Забейте, он не туда пошел. Нормально так себе. Есть бластон у нас. Правда, главное, чтобы ТП-шка была. Так, вот делаем. Разбираем. Включить сборку. Покупаем. У нас бластоныч. Бластон 17 минут, поздновато. Ну, это при том, что я еще, по сути, в этой игре... Сейчас мы будем бегать теперь. Побегай. Вася размути, может, что-то полезное говорит. Интеллект возьму, просто хочу быть пожирнее, ну типа я быстрее, блять, иметь больше статов. Я уверен, что я тут... Пойдет стрелой? Нет, пойдет. Сейчас вы можете иметь полстрелы, господи. Это же Швепс играет. Так, фринультует, ну ладно, нормально. Ну надо сейчас не умереть с Bloodstone. У меня есть хорошая привычка умирать с покупкой Bloodstone. Идем спокойно на шрайн, вообще забиваем на команду. Нам не важно, что они думают, но все равно. Все, когда ультует, если все. Максимально фармим, нам все равно то, что эти овощи будут говорить. Ну, ребята, я говорю, я не призываю вас называть людей овощами, просто, ну, этих людей я не хочу с ними даже общаться. Купим ПТ-шку и арчит на следующий, все, на этом игра заканчивается. Огар вышел вообще из игры. Надо искать такие соло-киллы, вот такие бладстоуновые. Ставим паузу, потому что у нас Огар тут. Огар с Макшеном Станчиком. Интересный выбор. А это не он пикает, давай посмотрим. Там или что он там идет фармить? Застака, ну вот, вот такая вот ситуация. Короче, ты ничего не сделаешь. Я, короче, солюсь, потому что тут ворды. Сларк
пообщались, послушали, и я понял, что это игрок очень сильный. В общем, ребят, счет 6-14. Вы сейчас смотрите, будто это какая-то сложная игра, но я вижу реальность. Реальность заключается в том, что если я сейчас не умру, мы выиграем игру в этом файте. Да, но мы и так ее выиграем, просто мы выиграем ее быстро. Хорошая стрела. Гоу. Ладно. Я слишком пусси, Тима. Ладно, что страшно. Там пусси, ТП-шку. Все, теперь холдим ТП-шку. Нам важно сноуборить бластом. 22 плюс заряда. Все, блядь. Ну, какая мемор. Все нормально. Чё так же произошло? Они просто ждали на ХГ. Интересно. А, пойду на базу пригенюсь, нет смысла пить карик и не спасся. Дождём чуть-чуть. Дальше басон не подбирается. Так, нормально. Вот он опять, Сларк. Он инвизибл. Я могу из Висаща в соло играть. Как же бесит, чел. Он просто ультует по ХГ. Что важно бластон сноуболить, ребят. Каждый вот этот бластоновый килл будет выигрывать мне игру. Это свапнем с ТП-шкой, наверное, потому что сейчас важнее иметь больше статов, чтобы убить Зевса. Например, какой-то скан, типа, в темноту, вот сюда. Там нет ничего, окей. Значит, нам сейчас не нужно свапнуть на ТП-шечку. С тобой сейчас может быть не так, хотя там далеко слишком, башни нету, не помочь. Все, сейчас, ребят, главное, не умираем, не умираем. До последнего терпим. Выжидаем лучший момент для джампа. Продаем нулик, потому что мне нужно уже купить так вот. И потом перчаточку на ПТшку. Ману не тратим, потому что она может пригодиться на Сларка, к примеру. Прыгаем Зевса, прыгаем Зевса. Отлично, все, мы сноуболим бластом. Тут, правда, дазл, но нам не важно, потому что у нас очень много бластов. 16, еще 15, но скоро будет 16. То есть у нас все отлично сейчас. Сларк, конечно, глупый, что бежит с таким приличным хп, просто втикую на нас. Сразу видно, что он неопытный игрок. Пока даю за скиллы, потому что все, сейчас у меня мана будет все время. Кстати, знаете, микростаты вот эти, плюс 6 интеллекта, плюс 6 интеллекта, плюс регена бластона, это все очень круто сочетается. Нет, не добью, а добил, нормально. Могу ли напасть на верку? Линки нету, все? Нет. Что привычка, блядь, Линка Папича. Сейчас купим. Перчаточку купили, есть ПТшка. А, так, сделаем. Есть ПТшка. Теперь купим еще на урон немножко, и нас должно хватать его. Можем, наверное, можем на фулл мобу летать? Не-а. Ну, команда не помогает нам, хотя это был фрифайт. Нельзя дальше летать. Если я влечу, у меня есть шанс того, что там путь меня сожрет, я потеряю бластоны. Без риска играем, абсолютно без риска. Любой риск в данной ситуации проигрывает нам игру. Меняем ботл на ТП-шку, потому что сейчас важнее куда-то сделать ТП и убить кого-то соло килл. Типа на миде Зевса, потому что может придет сюда. И вот Сларка. Ну, без вообще Сларка не убить нам. Ищем соло киллы. На верку вылетать опасно очень. Стрела какая-то рандом залетит, я помогу. Вот, стрела в крипов. Там Сларк. Я знал, что там будет дазл, поэтому я особо даже не пытался убивать. Чисто похарасил. Я видел ТП, поэтому теперь, когда ТП они юзнули, отходим. Нет смысла тут драться с ними. Ну, с ними, в смысле, союзниками, потому что... Знаете, ребята, тут самая проблема в доте в чем? То, что противников обыграть реально, союзников нет. Они... Если они будут играть против себя, вы их не обыграете. Вам нужно будет как-то просто успокаивать их, и все. Вы не сможете их переиграть. Ману особо нельзя тратить тут, потому что если мы ее тратим, у нас, как правило, не хватит, чтобы улетать. Мы просто с руки пушим. Оставлять нужно на отход все время. Да. Что они делают? Гений. Что делают? Они просто бегают и пофиг на фарм. А, ну в центре. Даст. Все, я вас понял, ребят, успокойтесь. Они просто бегают за мной, господи. Ну, ладно, что этим вообще пофиг, я это прекрасно понимаю. Шок. Меня с Шрайна просто не подпускают. Ну ладно. Я не знаю, что сейчас происходило, но, наверное, так нужно. Не, не могу первый идти. Идите сюда!
улетать. Если я влечу, он тебя просто нафижу. То есть вот это пучок для меня включил. Как мы говорили, АМ фрикил, вот вам АМ фрикил. Я решил убивать Пуджа на 100% вместо того, чтобы... Видите, то есть уже счет 10-15. Стрела залетела рандомно. Че, до конца теперь побежите за ним, да? Так, видим еще соло килл, это Зюсик. Он без ТП, значит, что он от нас просто не убежит. Будем искать его, хотя хер знает. Ну, нет, у меня профит не да, сюда бежит. Начнем скан куда-то сюда. Он тут, но я не могу... Могу ли так? Да, пробуем. Не повезло. Но если повезло, я убил бы его. Видите, все очень плохо получается пока что. Я с командой не могу играть, потому что они, ну, изначально очень плохо все делают. А говорить им, что делать, ну, я пытался, но не получается. И, типа, хотя номера напали, ну, неважно. Главное, чтобы они фидели, и я буду убивать тех, типа, кто забирает стрики с моих команд. Могу ли влететь просто под башню у него один? Да. Просто забрал крыску одного. Видите, уже 17 бастонов. Похуй, что они фидят, похуй, что они там делают. Мы играем в одиночку. Мы эту игру выиграем, я вам гарантирую. Видим пачку крипов. Идем ее забирать. Пачки нету. То есть все красиво. 17 бастонов. Почти есть арчит. Я мог бы там потратить, если было бы у меня ТП. Но я не могу привезти, потому что кура вечно ездит с чем. Я бы с радостью ее привез. Берем просто башню на халяву. Потому что мы знаем, что там станов нет, только у Пуджа и у Вэрки. Обоих героев мы видели на карте, поэтому особо не боимся. Так, я видел сейчас у Сларка. Не разъебил его, кстати. А пошел нахуй, Сларк. Сейчас я с арчей от Сларка объясню, что он не прав. Бьем Шрайн еще. Заберем руну еще, а руны нет тут уже, ну ладно. Спасибо за подкормочку, Паджик. Спасибо за фрибластончики. И респект им, Пуджа, на самом деле, который помогает Шторму, у которого не все идеально в игре. Мне нравятся такие игроки, которые просто идут подкармливать. Кстати, вот сейчас Рыбка будет отвечать за свои поступки. Так, что у него, блядь, у него Натар. Натар, ну то есть на катапульте есть шанс поймать его, на самом деле. Когда мало хп будет. Там дазл, пацаны. Дазл, видите, как красавчик. Оказалось, нужно время, нужно месяц. Я побил бы Сларка. Человек убил дасты против Сларка. И ТП-шку на базу. Сделал ТП, и с базы уже будем искать киллы потенциальные. Берем смог какой-то, то есть вот смог. Забрали даст, и ищем киллы. Сейчас любой герой на карте из этих нас умирает. Но самое важное правило на шторме. На шторме очень важно убивать саппортов первыми. То есть Дазл, который так идет первый, он должен фидить уже был. Чуть пролетим, потому что все равно бастон регенит. Видите, он все равно по 40 маны регенит. Еще чуть пролетим. Шайна. Нахуй Шайн все равно. Ищем Дазла. Или какого-то такого ватного героя. Ставим спину, убиваем ватного героя. Вот это да. У нас команда умерла, но мы тут прячемся немножко. Тут у нас видят. Постоим тут, возможно, убьем кого-то. Почему возможно? Потому что если ко мне кто-то придет, мы их просто уничтожим. За счет ренанта мы имеем вижен на них. То есть если они подойдут, мы их первые увидим, дадим арчит и уничтожим. Скана нет. Сейчас, тут крипы выйдут, крипы пачку еще заберем. Могу ли я просто фулману вылететь, например, да? Здорово, бандиты! Еще один килл. То есть видите, ребят, так по чуть-чуть сноуболимся. Уже 15-19 счет. Тут нет просто контрпиков. Когда вы берете шторма без контрпиков противника, вы уничтожаете всю карту. Я его взял не на лаз пик, я взял на третий пик. Там был уже... там был? Дазл и Сларк вроде был. Сейчас я просмотрю, что... Ну, что это... Интересно. Так, и что теперь? Очень частый выбор. Что покупать теперь? Нужен ли БКБ против этого пика? Я думаю, нет. Линка? Да, линка тут очень хорошо. Она спасет от всякого дерьма. Купим линку. Продадим уже ботл, потому что у нас уже нормальный реген. И купим себе чуть больше урона. Летаем ли под башню? Нет, потому что тут, скорее всего, есть вижен. Просто пофармим немножко. И торопиться некуда. Давайте размутим его. Можно что-то мне говорить нормально, наконец-то. А не просто какие-то гадости в мою сторону.
Так, сейчас опять ищем соло-киллы, такие микро-киллы. Один герой, влетели, убили, улетели. Влетели, убили, улетели. Рассчитываем ману, правильно. Как научиться рассчитывать, просто играем как можно больше на этом героя. Много играем уже, больше чувствуем. Сейчас, по-любому тут один тут будет. Нет такого, что не бывает просто один тут ходят, мы спалили. Спалили Ярославль. Я говорю, сейчас любой герой на точке карты, который в одиночку показывается, он умирает. В этом сила шторма на низком рейтинге. Вот, в одиночку показался. Там не даст нажимать, потому что я знаю, что у меня ультарный хэдэ нападал сапара. Все, плюс 22 басовно, ребят, 22. 22 в чат, ну, в скобочках, в комментариях. Кстати, IQ средний мой. Моё? Да, не моё. Ну все, 22 басона, как я и говорил, сноуболимся, побеждаем. Мне нравится игра на шторме, на самом деле, особенно такие, когда сначала команда проигрывает, а ты тащишь. Что это? А, он делает вместо линки. Это... Не может стрелок пасть. Попал, молодец. 23. Это самое любимое число, если что. Ищем соло-киллы, нападаем. В идеале это Дазл, который будет сейвить всю его команду. Ищем Дазла, нападаем, съедаем. Дазла даже там не видно. Батя прячется. Это не Дазл, сори. Я бы только в Дазла влетает. Обновление был Дазл, Лагер. Конька было прикольнее. Ладно. Ладно, полетаю, а то что-то не забыл, хочется с ними драться. Я бы мог напасть, но я, ну, их тут 5, очевидно. Плюс я не вижу Дазла, я должен брать саппортов, мне должен быть фулл хп. Улетаем. Улетим! Поёт. Понимаю, да, как это работает? Пей же, Шрайн. Так, а ищем соло-киллы. То есть видим, да, тут двух на боте. Соло-килл тут будет, влетаем на соло-килл. Вот наш соло-килл. ТП есть у меня. Бля, то, что он успел виндра нажать, на самом деле неплохо для него. Он молодец. Интересно. Ну, молодец, Смир, хорошо от меня убежал. Неплохо среагировал на мой врыв. У меня просто бутонов не так много. То есть, ну, 24 это много, но не так много, чтобы летать через всю карту. Погромче сделать, музыку вообще не слышно. Сорочки, ничего не изменилось. Пока идем, по регене ману, плюс летим Дазла примерно по траектории, знаете, как, ну, как стрелу кидать, ебать. Друг, так тебя наказали. Тебя обнаружили. Моё. Сейчас забираем вот тут и... все, нас не остановить. Они думают, что счет 20-22, но на самом деле счет 12-1 в мою пользу. ЧСВ, блядь! ЧСВ! Ну я просто говорю факт. То, что меня больше не остановить в этой игре. Те самые слоты, которые нужны. 62 маны в секунду, ребят. Ищем соло-киллы. Вот соло-килл еще один. Соло-килл. Ищем ельдер какой-то такой. Паджик с блинком? Да, с блинком. Но он там не может туда выбраться пока что. Да, где? Издевательство. Могу ли без мана летать на него как-то? А куда она исчезла? Спарилась? Ну, Спартич. Не хочешь нам арену, да, подводить, дружище? Там Дазл, надо ходить. Нельзя драться против Дазла. Ну, типа, ну, то, либо ты Дазла первым убиваешь, либо уходишь. Фрион не хотел подводить под мой ремнант, его из-за этого мы не убили. То есть у меня хорошая руна, можно попробовать себе подраться.
Я же, ну, правда, еще подмену с армором, но любой соло килл, сейчас говорю, обнаруживается мной. Кажи, скорость атаки прикольная под бугластом. Так, соло киллы. Зюсик без Юлгуча. То есть мы можем шаману расходовать, у нас хорошая руна, хороший мангреген. Что теперь? В нормальной игре я купил БКБ, но эта игра ненормальная, потому что тут нет контрпиков. Все время есть хотя бы один контрпик, тут вообще нет. Урон способности или действие Вортекс? Этому урон я влечу просто на фулл хп кому-нибудь так вот. Урон пропитнет, мне кажется. Так, ну давайте Ашиву возьмем, нас точно не убьет. Плюс мандриген хороший даст. Еще увеличит мандриген. Куда выше, как говорится, да, ну есть куда выше, есть бесконечность. Продадим ли даст? Нет, продадим стики. Стики уже не так важны в такой стадии игры. Проверим, что у нас у команды есть. 0.5. Ну что у них нет. Вместо армора куплю Mystic Staff. Мне кажется, это будет профитней. 70 ман в реген на секунду, это круто. Так, идем на мид. С мида и такие варианты ищем, куда лететь. Вот, по карте показал вам. Находим вариант, куда лучше прилететь. И влетаем на фул ману, на фул хп. Все, слит чел, да? Посмотрим, пойдем дальше или нет. Не, он не идет дальше. Сларк лимку собирает. Понял. Почему Лерк не собирает лимку? Может вы драконом будете, а я спушу, нет? Что стрёмно, я не вижу никого. Не, соло Лерку летать я никогда не буду. Если когда ты видишь соло противника, когда по тебе играет нормальная команда. Не, сейчас смотри, был соло, это я просто ошибся. Ну я не мог знать, это невозможно было знать. Так, сейчас, ребят, смотрим файты. Ищем Дазла, нападаем в Дазла. Видим Дазла, нападаем в Дазла. Так, Кларк потратил уже, видим Дазла. Так, минус Дазл. Одного съели, по факту. Улетаем нахуй. До побачення! Раз, я буду вам крысить. То есть, видите, Дазла съели по фасту, теперь сможем убивать других. Правда, мы Дазла сняли двух героев, но не мы, а они сами нафигели. Разные вещи. Хочешь, потратить будет. Молодец. Что он делал? Юл тратил меня? Гений. 28 бластонов, ребят. Проверяйте. Проверили, еще раз проверяйте. Что у нас? Сваркислав. С линкой. У тебя есть что-то? Юл есть у него. Могу ли убить Юла как-то фастом? Там нужно вообще пиздец как большого ренджа вот с такого вылететь. Да, я так летел бы. Ну, если там, кстати, сейчас я могу на фулл рендж летать, у меня очень много маны регена. Может, какой-то реген будет. Спасибо за реген. Угу, очень хуёвый игрок. Ну, типа, очевидно же, что второй реген важнее. Еще один бастон забрали. Придем себе рецепт и купим шиву уже. Не, почему не хочу хекс? Потому что, мне кажется, мне броня профитнее. Я буду и так все-таки всех убивать. Мне важно просто как можно дольше летать в файте. Я и так уже всех ваншочу. Просто как можно дольше летаю и убиваю. Нет, ты не будешь мою курицу брать никогда. Я беру курицу только в этой команде. Вам запрещено. Я запрещаю. Могу ли купить курицу? Вроде нет. Легко просто лучше. Приятно. Они убили все? Вау. Гений. Молодец, за френдж БКБ купил. Редко такое можно увидеть. Приятно. Сейчас просто сломаем. Пуш, пожалуйста. Да, сейчас начну. Смотри, что мы сейчас делаем. Делаем вид, что мы боимся Берку и отходим. Она думает, что я отошел, я влечу на нее с большого количества урона. Да спушь вышку, блядь! Не слушаем, вот, забудьте, мы не будем мутить, посмотрим, что он скажет. Сейчас Берка покажет, и мы нападаем на нее. Так, видите, как это работает?
Че он молчит-то? Я же убил героя, че он молчит? У меня 300 блассонов, че ты молчишь? Не, я понимаю, почему он молчит. У него просто такое, знаете, чувство, что он не прав, но он боится это признать. Сейчас опять будет герой какой-то, мы на флоу будем сидеть. Так, летаем просто по КД. Фармим, фармим, блять, крипов этим. Крип-героев, так называемых. Крип-роев. Что теперь? У нас деньги накапали. Давайте обновим Бладторн, больше урона будет. Ой, меня спалили. Ну, ночной вижен хороший. Но меня не догонят все равно. Что, он тут реально будет собираться бегать за штормом с 30 бластонами? Интересно. Ну ладно. Он просто тратит время на сурке. У меня команда что-то делает, значит. Тарвла купить себе нет? Да, пожалуй, это... Нет, Бладторн, Бладторн все-таки. Бладторн профитнее в этой ситуации. Отлично. Слуг уже на миде. Что-то надо пользоваться. Ну, у меня вообще слотов нет для урона. Он просто мою команду будет вырезать за счет того, что он спар. Отлично. Куран, конечно, ко мне не доедет никогда в жизни. Сейчас ее убьют, скорее всего. Встречу курей лететь не хочу. Мне кажется, кто-то будет дефать тут, я влечу на фулману. Топом ему. Топ-топ, топает, малыш. Пора проверить, что за руна, плиз. Спасибо. Я мог убить давно Рошана, но у нас нет для этого героев. Мне команда не поможет. Иллюзия, да не надо мне. Хотя у меня 200 урона, нормальная тема. Где там герои вроде? Шторм пока ультует, он по-любому калиброет, но только сейчас калибров... Вот Старка шторм убьем. Наверху. Уже шторм, уже не уебище? Ну что, ты уебищем нарисовал или что, блять? Ладно, хочу с ним общаться. Сам не помню, что говорил. Да может не звал меня уебище. Дай ему. Отлично, теперь можно и пушить. Он меня заебал просто уже. Отлично. Сыгрались с моим лучшим тиммейтом. Это, ребят, лучшая команда в мире, что самая сильная. Видим Дазла, влетаем в Дазла, потому что нас больше никто не помешает. Понимаю, да, Калинка теперь работает? Ну, типа, это меня вообще попнуло. Если, конечно, не связано меня с этим Дазлом. Можно не попасть. Я не буду так рисковать, если нет. Вернусь от фауршона сейчас просто. Три шесть бластонов, ребят. Как помните, что я сказал вначале? Я если куплю бластон, игра уже совсем иначе пойдет. Вот она и пошла иначе. Совсем иначе пошла. Вот и конец игры. Я вам обещал, что я эту игру выиграю. Я расскажу, как я ее выиграю, и будет прекрасно. Можете на своем примере делать то же самое. Берите шторма и делайте все указания, которые я говорил. То есть просто максимально не умирайте, играйте аккуратно на себя. В ситуации, когда вы можете умереть с бластоном, лучше вообще не выходите. Ну, не выходите в плане с бластоном. Ой, не выходите, ребят, с бастоном. Не выходите. Ладно, тривел бутс. Найс, пауза. Вот и фри игра, то есть, ну, ребят. Если вам нравится данный контент, вы можете ставить лайк, подписываться на мою игру ВКонтакте, подписываться на...
Мой канал на Ютубе также не забываем фолловиться на Twitch. И добавлять друзья ВКонтакте, добавляю абсолютно всех. Отвечаю на вопросы, связанные с бустом, обучением калибровками. И, может быть, какие-то у вас индивидуальные вопросы интересуют. Так, у нас есть платное обучение, и по всем вопросам подобным, если вас что-то интересует, обращайтесь лично ВКонтакте, я всем подсказываю, всем помогаю. Не ЧСВ, как вы любите говорить. То есть, ну, вы любите говорить о ЧСВ, но я люблю говорить, что я не ЧСВ. В общем, ребят, спасибо за просмотр. И до новых встреч!